Добрый день, друзья и гости моего канала. Сегодня 7 ноября и хочу сделать небольшой обзорчик своего вот этого каменного эксперимента, который я показывала. У меня есть видео и в дальнейшем я делала обзор, как себя чувствуют орхидеи в камнях. И сегодня ровно 3 месяца с того момента, как я их приобрела. Приобрела я их 5 августа, еще раз напомню. Месяц спустя, 6 сентября, когда вышло мое первое видео об этом эксперименте, то есть с того момента прошло 2 месяца. Так вот, сегодня хочу, значит, закончить, так сказать, этот эксперимент и пересадить орхидейки в обычную систему, то есть вынуть их из камней, так как уже смотрю по самочувствию этих орхидеек, что пора бы им уже, значит, сделать нормальную посадку. Так как не хватает влажности и некоторые корешки начинают закукливаться. А самое главное, по моему мнению, это не просто нарастить корневую систему, отрастить новые корни, а не дать потом этим корням закуклиться, чтобы орхидея могла полноценно расти и развиваться. Вот, листочки начали терять свой тургорчик. Вот этот листочек тоже, вторая орхидейка, желтит, отсушивает его. Вот эту вот я уже пересадила, так как это та, которая у меня летала. И она отсушила 2 листа. Третий листочек я сама сняла, освободила ей корешки, которые у нее начали прорастать. И вот так вот посадила ее в кору, в крупную, с добавлением лесного мха вниз. Тут, возможно, не будет видно. Ну, все как обычно. Керамзит, мох лесной, крупная кора. И сверху немного вот мха сфагнума, так как корешки у нее еще меньше всех. Вот у этой орхидейки она была самая крупная. Также хочу сказать, что присутствует повреждение трипсами на листочках, с чем я справилась. Да, вот у этой повреждений нет, не затронул ее трипс. А вот у этой вот тоже есть на молодом листике вот эта вот обгрызанная верхушечка. Ну так вот, давайте приступим, вынем эти орхидейки и посмотрим, что же у нас там получилось. Хочу сказать, что сверху я добавила коры, так как, повторюсь, влажности не хватало. В эту я добавила кору, а в эту добавляла немного коры и лесного мха. Ну давайте начнем вот с этой орхидейки. Сейчас мы ее аккуратно поднимем. И посмотрим. Ага, кора успела прирасти. Так вот, что же у нас получилось в итоге? Спустя 3 месяца с момента приобретения. Но хочу опять повториться и сказать, что месяц они у меня промучились вообще без движения, а только наоборот было ухудшение. Это догнивала и досыхала старая корневая. А вот это вот все, что новое зеленое, это появилось уже, можно сказать, после того, как я, значит, посадила их, так скажем, в камни. Я считаю, что за 2 месяца это неплохой результат. Толстенькие корешочки в стадии роста. Вот это вот. Сейчас мы... Так, а это приклеилось у нас, приросло.
Так, прошу прощения за хруст, если его слышно. Это кушают собачки. Вот такие вот здесь дела. Сажать я буду в такие же стаканчики. И значит, вот здесь у меня смесь из мелкой коры, керамзита, крупной коры, немножко есть мха, угля и кокосовые чипсы. Помельче сделаю им субстрат, так как еще корни маловаты. Думаю, что им нужно будет побольше питания, побольше, чтобы было влагоемкости, хотя он так не скажем, что влагоемкий. Посмотрим вторую орхидейку. Вот. А здесь вот все вот так вот выглядит. Сейчас попробую мох убрать. А мох тоже у нас прирос. Одной рукой неудобно. Но не буду я его оттирать, пускай. Значит, ей так нравится. Зацепилась она за него. А здесь, значит, вот такой вот результат. Думаю, что неплохо за 2 месяца. Вот они у нее в таком пушке находятся. Сейчас одной рукой не очень удобно, постараюсь показать. Вот такой пушок на корнях. Так орхидейки прикрепляются к коре и к субстракту. Сейчас посажу и покажу, что получилось. Ну вот, что у меня получилось. Что хочу сказать, друзья. Были противники и высказывали свое мнение по поводу того, что я их засунула в камни. Но я никого не призываю так действовать. Я лишь сделала это исключительно из того, что наблюдаю за самочувствием этих растений и по-своему посчитала, что в камнях им будет лучше. И говорила, что к тому же это эксперимент, так как на тот момент влажность была очень большая и было достаточно прохладно. Ну вот, на сегодняшний день вот такие вот дела. И думаю, что в следующий раз покажу уже, наверное, как зацветут, если не приключится что-то непредвиденное. Но я оптимист, буду надеяться на лучшее. И хотелось бы увидеть их цветение, так как сюрприз всегда неожиданно и приятно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока!